Работа в поле начинается в Западно-Казахстанской области. Вот-вот стартует посевная кампания. В этом году аграрии планируют засеять около 400 тысяч гектаров полей, из них 70 тысяч отведено под озимые культуры. Первые прогнозы по поводу урожая оптимистичные. Весна для крестьян выдалась удачная. В крестьянском хозяйстве братьев Матевосян 18 тысяч гектаров земли. В одном из передовых хозяйств региона каждый год рекордный урожай. Когда в среднем аграрии области получают 5-6 центнеров с гектара, здесь собирают все 20 центнеров. Земля любит заботу, говорит Саркис Матевосян. К примеру, после уборки поля в хозяйстве обязательно вспахивают, а всходы защищают от вредителей, используя самые современные препараты. Работаем, заботимся. Земля обрабатываем. Вот у нас, по-моему, по всему области сейчас, Уральской области, здесь как наша озимые пшеницы посажены, я думаю, такой нету. Вот у нас вот этот район, что есть, Дарынский район. По-моему, у нас самые отличные тут есть вирус, и будем парановать сейчас. Ну и, конечно, главнейший фактор успеха – хорошая техника. Американские тракторы и комбайны постепенно вытеснили старые машины. Такая же тенденция наблюдается и в других хозяйствах, отмечает в сельхоздепартаменте. В структуре, значит, мы идем, значит, по приоритетным культурам. Это, естественно, значит, кормовые, зернобобовые, масличные культуры. В этом году мы думаем, что получим неплохой урожай, потому что предпосылки осенней зарядка влаги. И, значит, весна этого года, зима обусловливает неплохой прогноз. Капельное орошение в этом году будет применяться на 300 гектарах, в основном на картофельных полях. На субсидии регион получает 500 миллионов тенге. Сейчас аграрии полностью готовы к весеннему севу. Уже закуплено 12 тысяч тонн ГСМ и полностью отремонтирована техника. Ботагоз Базарбаева, Руслан Мурзагалиев, Западно-Казахстанская область.